USB микрофон полная. Ну да, в общем, наверное. Думаю, что хороший звук можно провести через какую-нибудь встроенную звуковуху. Там же Realtek HD. Ну, я, собственно, спросил на местном форуме, то есть на одном из местных форумов. Мне сказали, что покупать дешевую внешнюю звуковуху просто никакого смысла нет. То есть, или ты покупаешь что-то более-менее качественное, или вообще не рыпаешься. Ну, я с ними согласен, потому что если уж тратить деньги, то нефиг экономить, как бы. Ну, если что-то такое покупать, то нефиг экономить. Да, будет видео залито на YouTube. Из сушителя? Да без понятия. Мне надо сначала ферму построить. Я тут пытался сделать ферму золота. Точнее, пытался начать ее делать. Хоть что-то. Как-то у меня руки опускаются при виде такого огромного количества работы. И овощ, ты просто... Я не знаю, ты охрененно суровый, если построил эту штуку. Walking Dead? Нет, не смотрел. Не играл, не читал. Ничего не делал с Walking Dead вообще. А, ну если тебя не слышно, тебя слышно, а друга не слышно в XSplit, то я-то тут при чем? Я не буду давать никому советы по настройке XSplit. Блин, почему вы думаете, что на стриме я буду заниматься тем, что стану настраивать какому-то человеку XSplit? Ребят, куча гайдов. Ищите, смотрите, гуглите, за вас никто это не сделает. Если вы решили стримить, то будьте добры разобраться сами как-то в этом. Никто вас за ручку брать не будет и показывать, что и как делать. То есть кому-то я помогаю, конечно, но... Ну блин, ну не на стриме же. Да и вообще, в гугле все прекрасно ищется. И все это дело прекрасно настраивается. А, стрим еще будет как минимум час. Ты опоздал, но мы тут ничем таким не занимаемся особо. Я тут просто строю. Это строительно-копательный стрим, в общем-то, как и обычно с Майнхака. Нет, овощи, я так ничего не построил. Я просто маленько охренел от объема работы для того, чтобы построить эту гребаную ферму золота. И что-то у меня руки опустились просто. Я в шоке, как ты это строил. Серьезно. Ты просто охрененно суровый, если ты это сделал. А ты это сделал. У меня нервов не хватит. Ну, либо надо искать более подходящее место, потому что там, где я начал все покрывать полублоками, там явно все это дело не вместится. Блин, у меня камень кончается. В карманах с собой, который принес. Сутки. Мне на полчаса не хватило строить эту штуку. Ты говоришь сутки. За сутки я бы там... Нет, за сутки я, конечно, там горы сверну, но... Но, блин. Как же это все-таки тяжело. То есть, сделать-то это можно, это несложно. Но вот сколько сил на это уйдет, это жесть. Ты не из Челябинска, но ты, черт возьми, суровый. Так, про Most Wanted отвечал. В подземной деревне големы. Не знаю, могут ли они тут появиться. Они нужны вообще? Зачем? При желании я могу... притащить големов из внешней деревни, которая скоро будет. Я думаю, я этим займусь либо после стрима, либо... не знаю. Ну, в любом случае, после стрима, после этого. Не знаю, когда. Может, завтра. Да, с пещерами вообще не угадаешь, которые под лавой.
Может, они где-то есть, а может и нет. Может, это просто мобы такие сволочи и не хотят спавниться по какой-то причине. В идеале-то, конечно, надо исходник разбирать, но это надо иметь какие-то познания в этом деле. Иначе это просто бессмысленно. Да, вот Крон прав. Надо сначала подумать, нужна ли тебе эта ферма золота, потому что это реально много работы. Все закрывать полублоками, строить, копать, убирать лаву, падать в лаву, сжигать кучу инструментов. В общем, ничего хорошего. Листва кончается. Ну, листва кончается, да, но... Блин. Да, не намного же ее хватило. А почему я тут ничего не закрыл? Интересно. Листвы рожи криперов. Может быть, может быть. Но здесь как бы надо тогда не из листвы делать, а из... Кстати, мысль-то отличная. Мне нравится. Только не из листвы, скорее всего, а из древесины. Как-то вот, вот... Да, не получится. Ну, в общем... Сделать что-то вот такого вот вида. Если оно поместится. Нет, наверное, не поместится. Ну, что-нибудь придумаем. Пока что так, а переделать я всегда успею. Отчет по законченной деревне? Да, наверное. Ну, в любом случае, я покажу, что я сделал в отчете. Отчет будет, конечно, когда я уже закончу внешнюю деревню. Ну, или хотя бы... так сказать, начну ее заканчивать. Хоть как-то к этому подберусь. Так, сейчас посмотрим, что я тут проделал уже за этот час. Тут больше было бегать не за листвой, наверное. Да знаю я, что кушать. Иначе помрешь. Фух. Да, ребята, чай с мятой — это хорошо. Мята — это вообще хорошо. Успокаивает, трындец. Так, значит, это я закончил, эту стену. Эту стену надо вот здесь вот допилить. Че я ее бросил и побежал сюда? Не знаю, наверное, закончил на автомате, так вот, ломанулся. Эту надо немного закончить, и вот это вот еще. В общем, работы здесь немного, я думаю, за час управлюсь. Так, листва. Вот я боюсь, вот этого не хватит. Так, три... И там 6. Не, хватит. Должно хватить. Побежали. Дисконнект 13. Я знаю, что мои видео на Википедии. Боже мой, я сам их туда загружал. Конечно, я знаю. Мне уже об этом говорят, я не знаю сколько. Причем внезапно так сообщают. И да, кстати, вот за подобные вопросы, вот такой флут символами, капс и прочее... Овощ будет справедливо давать мута. Кстати, нас уже 446 человек. Это круто. Не помню, сколько было в начале, но, по-моему, что-то около 450 сегодня в пике было. Это круто. По крайней мере, пик, который я заметил. Похоже на отель. Да, может быть. Может быть. Нет, я не знаком с Псикейкиным, даже не общался с ним. Даже ВКонтакте, в Скайпе и где-нибудь еще. Кибера, sorry, sorry. Так. Зачем в крыше раздатчики с водой? Вот, я никогда не понимал подобных предложений. Просто зачем, объясните, нафига это нужно? Ну, эндермены, ну и бог с ними, походят да уйдут. Ну, травы немножко хапнут, заберут ее, в смысле, хапнут травы.
погода. Да говно погода. Снег выпал 1 декабря. Кто-то написал на форуме. Снег 1 декабря в Калининграде. Фантастика. Я полностью согласен с этим человеком, потому что снег в декабре в Калининграде — это, блин, редкое явление. Обычно у нас в это время идет что-то среднее между дождем, снегом и слякотью. Что-то вот такое вот падает обычно с неба. The Duke of Flames, Pip, Guardia. Что? Айзек? Нет, Айзек пока что нет. Вернусь когда-нибудь. Да, линейка этой Lineage 2. У меня никакой уровень, я давно бросил линейку. Да, вот снег бы лучше не таял, лучше бы он, блин, лежал до самой весны. Потому что все это месиво под ногами. Нифига от этого радости никакой. А у нас плюс 1 градус где-то ночью. То есть снег падает и тает, падает и тает. Там сейчас воды по колено и слякоть. Что у меня с голосом? Ну, знаешь, как-то через полтора часа болтовни у меня голос немножко подсел. Уж странно. Тростник мне... Я буду библиотеку делать. Большую. Пока я не знаю, как она будет выглядеть, но она должна быть большая. Когда минус 5 и дождь... Да, у нас был минус 5 дождь. У нас и плюс 5 снег шел один раз. Меня спрашивали уже, каково быть популярным. Да я откуда знаю, у меня всего 15 тысяч подписчиков. Я не знаю, блин, я не воспринимаю это так. Таким вот образом. У меня есть канал, окей. Это все. Мне просто нравится этим заниматься. Если это популярность, то окей, мне нравится. Но я это не воспринимаю таким образом. О, я один на серве, надо поспать. А, привет, Genux77. Или Genux. Мои проблемы с английским все еще тут. Кольчушка выбил. Выбил с зомби или со скелета, не помню. Современные мультфильмы? Да без понятия, я их не смотрю. Ну, то есть, да, некоторые смотрю там, если они идут фоном на, ну, по телевизору, но специально я их не смотрю. То есть я не слежу за ними. Нет, я не буду делать сборки Майнкрафт. Зачем? Я не думаю, что это кому-то нужно. Да и если я начну это делать, то это придется делать постоянно, иначе, ну, придется обновлять сборки, иначе люди не поймут. То есть будет куча жалоб, а я не хочу этого. То есть я просто даже начинать это не хочу, потому что это будет фигово в итоге. Планшет? Офигенно планшет. Осталось научиться рисовать. Вернее, рисовать то, что сам придумал, а не то, что срисовал. Срисовывать-то легко, а вот представить, как надо нарисовать тот или иной объект, это уже проблема. Не знаю, почему у меня такая проблема, но мне типа объемный куб, ну, знаете, когда рисуешь квадрат, там, линии от него, вот это мне почему-то проблема нарисовать. Так, я не понимаю просто, как это делается, почему-то. Хотя, в общем-то, проще некуда. Рисовать это главное, да, рисовать это главное. Ну, раз я могу срисовывать, значит, где-то и есть этот навык рисования. Значит, надо его просто развивать, я считаю. Ну, может быть, конечно, я и не прав, может быть. Ну, не пытаться тоже было бы странно. Кроме стен, ну, на стены сейчас уйдет порядка всего времени, наверное, стрима. Если вам понравится, я могу еще и завтра постримить Майнхак. Но я думаю, что вам понравится, потому что на стриме по Майнхаку всегда много народу приходит. Это вот 465 человек сейчас было. И это круто. Да, кстати, сейчас я кое-что проверю. Так, да-да-да, все. Все настроил. Все как положено. Не бандикамом, я фрапсом пишу. Неожиданный такой выбор программы. Фрапс. А бандикам, он... Я видел записи бандикамом, они страшные, как... Не знаю, как моя жизнь, наверное. А может, еще страшнее.
Если вас пугает